Лена Викторовна, здрасте. Привет, Сереж. А ты чего так торопишься? Ты же не опаздываешь, как обычно, на 20 минут. А на 20 минут раньше пришел? А я тут подумал, может, я сегодня пораньше начну, ну, соответственно, пораньше закончу на часок. Тогда тебе следовало бы и начать на часок пораньше. Логично же? Предварительно обсудив это со мной. Елена Викторовна, пожалуйста, я потом готов хоть всю неделю задерживаться. Архив к передаче в палату подготовлю. Понимаете, у родителей годовщина свадьбы, а я... А ты подарок не купил. Сереж, прости, на тебя это так похоже. Да неправда, я замотался вчера просто. Твои родители мои друзья. И я еще неделю назад купила для них подарок. Улавливаешь мораль? Ну, виноват, Елена Викторовна. Напоминаю, сегодня вечером вебинар по новому закону. И ты задержишься, чтобы его зафиксировать. Здравствуйте, это вам. Спасибо. Благодарность за то, что вы спасли в прошлый раз всю мою семью от разорения. В буквальном смысле этого слова. Ну, а сейчас у меня к вам новое очень важное дело. Вы записаны? Да, конечно. Прошу. Садитесь, пожалуйста. Слушаю вас. Мне нужно согласие на выезд. Тогда прошу ваш паспорт, свидетельство о рождении ребенка, копия паспорта сопровождающего лица и информация о том, куда и на какой срок направляется ребенок. И еще согласие супруга есть? Здесь загвоздка небольшая вышла, он просто сейчас в пробке стоит. Ну, сказал, что где-то в окрестности вот должен скоро быть. Мы можем его подождать же, да? Да. А я пока документы достану. Елена Викторовна, вы меня должны же помнить. Ровно 3 года назад в этом самом кабинете стараниями моей свекрови тут чуть ли не случился погром. Вот на этом месте стоял фикус, который попал ей под горячую руку и стал ее жертвой. Погодите, точно. Я вашу свекровь частенько вспоминаю. И фикус, это мы еще легко тогда отделались. Да. Меня простите, пожалуйста, я все хотела купить вам новый взамен, но вот сегодня зашла в цветочный магазин, потом подумала, может быть, он вам давным-давно уже и не нужен. Так что с меня вот только конфет пока. Здесь не все документы частью мужа. Ну, пока что есть. Я тогда начну составлять проект согласия. А из-за чего тогда у вас весь сыр-бор начался? Я решила не спрашивать, не рисковать, чтобы не спровоцировать новый скандал. Но сейчас все спокойно. Это в 2 словах не опишешь. Но у нас с вами образовалось свободное время. Понимаете, у моей свекрови очень непростой характер. Но она одна воспитывала сына. Вот. Всю жизнь пыталась его как-то контролировать. Вот. Ну, естественно, она такую ответственность за него несла. Вот. Сын вырос, но она по инерции продолжала все контролировать. Так, 35 лет, полотняная или коралловая свадьба. Супругам принято дарить изделия из коралла, подвески, талисманы. Где я достану кораллы? Здрасте. Мне нужна помощь. Да, мне тоже. В смысле, здрасте. Что у вас случилось, чем я могу помочь? Вы присаживайтесь. В общем, сейчас сюда зайдет женщина, которая называет себя женой моего покойного брата. Называет? То есть она ей не является? Не надо так громко. Значит, она аферистка и самозванка. Да. Доказательства у вас есть? Здравствуйте. Доброе утро. Присаживайтесь. Обязательно. Только сначала со своим Шуриным поздороваюсь. Садитесь уже. Хватит этого спектакля. Мы с Антоном познакомились в институте, и тогда я его маме еще ничего не знала и не слышала. Ну, до поры до времени. Вы с ним вместе учились?
Он учился, я у них преподавала на курсе. Читала лекции на тему СМИ и общественность. Вот оно как. Ну да. Антон почти на 10 лет меня младше. Вот. Ну, такой вдумчивый, очень серьезный студент был. Поэтому я была только рада, когда 4 года назад он решил писать у меня диплом. Думаю, о, как замечательно. Какой беспроблемный дипломник. Мне тогда в голову не могло прийти, что он на меня глаз уже положил. Ого! Да. Но после защиты диплома все закончилось? Нет, что только началось. Я помню, был фуршет, ну, небольшой, и я в кабинете забыла свой телефон. Пошла за телефоном, Антон увязался за мной. А еще я теперь могу с чистой совестью перед вами покаяться, что экзамен я вам сдавал на самом деле 7 раз. Угу. Один раз лично и 6 раз помогал ребятам шпоры составлять. Угу. Ну, сказал бы раньше, в жизни бы не взялась тебе с дипломом помогать. Ну, поэтому я предусмотрительно и молчал. Угу. Ну, теперь-то что говорить, уж институт окончен. Так что... Очень жаль, да. Ты чего себе позволяешь? Или что, алкоголь голову ударил? Простите, пожалуйста. Вообще обалдел. Чтобы я тебя здесь больше не видела. Подожди. С каких это пор мы на «ты»? С тех самых пор, как я влюбился в тебя. Так, Гончаров! Я ходила в институт только ради тебя и учился ради тебя. Для меня больше никого нет, ты для меня единственная. Я никуда не уйду и останусь здесь до тех пор, пока ты не станешь моей. Что ты себе позволяешь? Я правда тебя люблю. Доброе утро. Так, Антон, давай представим, что это был сон, что ничего здесь не происходило, и ты все забудешь, и я все забуду, надеюсь. Господи, как я себе вообще позволила в это втянуть, идиотка. Ну что ты так переживаешь-то? Никакой катастрофы не случилось. Это просто взаимные чувства двух взрослых людей. Какие чувства? Я тебя старше. Он насколько? У меня сын почти твой ровесник. Чувства. Ну, вообще-то, насколько я помню, кроме 12. Ты не волнуйся, я тебе уверяю, я стану ему хорошим отцом. Так, все, проехали. Слушай, находишь себе ровесницу, и наше общение с тобой на этом закончено. Ты меня понял? И не надо меня провожать, я сама выход найду. Все. Ну, как вы понимаете, он меня не послушал. Вот, я ушла в отпуск, мы поехали с сыном на море. Я еще тогда все время себе повторяла, что, может быть, ну, ничего страшного, со всеми бывает, что, может быть, просто не стоит об этом думать. Получилось? Ну, к концу отпуска я думала, что получилось. Вот. Но когда я приехала обратно, пришла на работу, то первое, на что я наткнулась, это были списки аспирантов на доске информации. Ну и Антон был приписан мне. И как вы поступили? Ну, я ринулась к декану просить, чтобы Антону поменяли научного руководителя. Что я готова была сказать, что я не могу брать новых аспирантов из-за занятости, что я не потяну, что у меня чума, в конце концов. Ну, ты же сама понимаешь, Василиса, что все твои отговорки – это полная чушь. Почему?
Потому что ты прекрасно руководила его дипломной работой. И он показал отличный результат. В конце концов, его кандидатская тоже может получиться очень толковой. Петр Дмитриевич, ну не могу я с ним работать. Ну я вас очень редко о чем-либо прошу. Ну, пожалуйста, ну вот, ну как друга моего отца, ну прошу вас, ну уступите мне в этом, избавьте меня от этого Гончарова. А? Знаешь что, на правах друга твоего отца я могу наконец услышать настоящую причину. До этого дошло, значит. Ты совершаешь ошибку, Василиса. Большую ошибку. Наказывать вас современное дитя. Вы же взрослые люди. Работа от этого страдать не должна. Парень перспективный. У него хорошая тема. Многие ее интересуются. И вы вдвоем с ним эффективно работаете. Ну не могу я с ним больше работать. Значит так. Мне нужен результат. В конце концов, это твой вклад в репутацию института, в котором ты работаешь. Но... Никаких «но». А еще... Я вас очень попрошу, держите себя в рамках приличия, особенно здесь. Поняла? Ну, сердцу не прикажешь. Как только мы начали с Антоном работать вместе, я поняла, что мне очень сложно сдержать свои чувства. Все-таки мне Антон нравился по-настоящему. Антон был упорный, очень нетерпеливый. И добился своего? Да, добился. Мы начали встречаться с ним как пара. Ну, естественно, не в институте, боже упаси. Вот. Потом я их познакомила с Ромкой. И, знаете, сын мой пришел в полный восторг от Антона. Сочетание мудрости и молодости – это редкость. Да, знаете, вот он оказался именно таким. Я в кои-то веки себя почувствовала слабой, защищенной, счастливой. Вот. Потом Антон мне стал предлагать познакомить меня с его мамой. Вы не хотели? Ну, я предполагала, что его мама не придет в восторг особо от такой кандидатуры, как я. Все-таки уже не девочка, еще и с багажом. Но все же решились. Добрый день. Вы ко мне? Вы Василиса Федоровна Ткачева? Да. Чем я могу вам помочь? Например, оставить в покое моего сына. А ваш сын, простите, это... Это Антон Гончаров. Простите, я не представилась. Зинаида Константиновна Гончарова. Очень приятно. Ну уж да. Вот, зашла узнать, как тут дела у моего сына с его работой. Вы же его научный руководитель. Хотя мне очень странно, потому что в наше время научные руководители не склоняли своих студентов к сожительству. А, послушайте, скорее всего, вас кто-то ввел в заблуждение. Кто? Мой сын Антон. Вы хотите сказать, что он мне солгал, и между вами ничего не было? Слушайте, что вам нужно от него, а? Ну, у него же вся жизнь впереди. Давайте вы будущее вашего сына обсудите вместе с ним. Да что обсуждать-то? Когда вы ему так заморочили голову, что он мне твердит о великой любви. Ну, скажите, что он может знать об этой любви, если он еще про жизнь-то ничего не знает? Ну, слушай, ну оставь его в покое, а? Ну, у него просто отец рано умер, я растила его одна. Вот он и ищет теперь идеал во взрослых женщинах. Не я была инициатором. Ой, да ладно. С тобой мне все абсолютно понятно. Шантажом затащила его в постель. И я понимаю, он не мог отказать, потому что ты его научный руководитель. Так, все, стоп. Я это слушать больше не хочу. Всего вам доброго. Да? Угу. Я сомневаюсь, что вы можете ждать от меня добра. Алло? Антон, подойди, пожалуйста, ко мне в аудиторию, как освободишься. Да, срочно. Спасибо. Нам нужно расстаться, пока твоя мама шум не подняла. Это может стоить мне репутации, а тебе карьеры научной. Василис,
Ну подожди, ну у нас же с тобой все хорошо. Мама, она просто не ожидала. Она привыкнет, и все устаканится. Ты пойми, она сложно реагирует на новых людей. Ей нужно время. Главное, что мы любим друг друга. Нет, она права. Это действительно, это аморально. И в этом случае должна была думать головой я. Антон, я тебя очень люблю, но пойми, что жизнь — это не только любовь, это еще какие-то границы, приличия. И я думаю, что лучше расстаться сейчас. Поэтому я хочу сказать тебе, что... Подожди-ка, это я хочу тебя спросить. У тебя паспорт с собой? С собой. Я всегда его с собой ношу. Отлично. Пойдем. Пойдем, пойдем. Куда? В ЗАГС. Подадим заявление. Через месяц мы с тобой поженимся. И тогда никто не посмеет обвинить тебя в недостойном, непристойном или каком-либо еще поведении. Подожди, так это все не делается. Это нужно все обдумать. Что тут думать? Ты хочешь за меня замуж? Хочу. Ну все, тогда зачем придумывать проблемы там, где их нет? Правильно? Пойдем, а то ЗАГС скоро может закрыться. Можно я соберу документы? Я понимаю, что вам нелегко, но наш Афанасий, я уверена, что он хотел бы, чтобы все было по справедливости. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду по справедливости? Я скажу. У нас в семье трое было. Я, младшая сестра Света и брат Афанасий. Год 4 месяца назад Афоню очередной инфаркт хватил. Первые два он пережил, а на этот раз... В общем, завещание он не оставил. То есть наследование по закону и наследники вы с сестрой? Да, только вот вчера звонок, а там это... Говорит, что она жена Афони. А мы от брата о ней не слыхали ничего ни разу. Ну что ж, законная супруга имеет преимущество в праве наследования, но и вам полагается доля. Какая? Да все заберет эта ушлая бабенка, которая Афоню перед смертью в ЗАГС приволокла. Вот тут все документы. Мне очень жаль, что вы не знаете, что такое настоящая любовь. Афанасий умолял меня на коленях стать его женой. Я его очень любила. Так, а почему брак зарегистрирован в Казахстане? Чем вас Москва не устроила? Это же другая страна. Это романтично. Видели бы вы там, какие поющие барханы, звездное небо. Что-то Афанасий романтики после двух инфарктов захотел, а семья о свадьбе ничего не сказал. Да я-то откуда знаю? Что вы все время на меня нападаете? Так, давайте все успокоимся, а я сейчас водички принесу. Хижняк, что это? Караул соцспасите. Ты не в себе? Или это шуточки у тебя такие? Елена Викторовна, там какая-то мутная ситуация. В смысле, странная. Что там? Судите сами. Молодая барышня желает оформить наследство после смерти своего очень немолодого супруга. Месяц назад вышла замуж и уже овдовела. Но в жизни всякое бывает. Мы все смертны. Тем более ты сам сказал, что разница в возрасте у супругов очень большая. Это так. Ну, представьте, если бы мы с вами решили пожениться, какова вероятность того, что мы бы для этого выбрали Казахстан? Чего? Смотрите, молодая россиянка, проживающая в Москве, выходит замуж за очень немолодого и нездорового россиянина, также проживавшего в Москве. Но жениться они решают в Казахстане. Ну, сейчас модно устраивать свадьбы за границей. Ну, только обычно это другая заграница. Вообще, ты прав. Сделай запрос в Казахстан, проверь все досконально, а если будут сложности, тогда я подключусь. Будет сделано. Отлично. Только давай теперь без караула, ладно?
Так, посольство Казахстана. Прошу прощения, пришлось решить неотложное дело. Да, я понимаю, работа. Так, теперь, когда вы все рассказали, я хотя бы могу понять причину того эмоционального взрыва вашей свекрови. Нет, что вы, все только было впереди, когда я предложение приняла Антона. Я на это рассчитывал. Так, и что было? Ну, Антон уговорил нас с Ромкой переехать к нему. Дело в том, что мы продали мою квартиру, ну, чтобы купить что-то побольше, получше, поближе к центру. Ну и пока, соответственно, дом достраивался, в котором мы купили квартиру, мы переехали пожить к Антону. Отважное решение. Не говорите. Но я рассчитывала на то, что мы редко будем видеться с мамой Антона. Вот, все-таки она живет где-то поблизости, но не с ним же. Расчеты не оправдались. Ну да, нам заходило часто. И я, честно говоря, думала, что она сможет на меня посмотреть с какой-то другой стороны, ну, увидеть какие-то мои положительные качества. И я была уверена до встречи с мамой Антона, что я умею произвести впечатления положительные на людей. Ну как на новом месте? Не, ну квартира, конечно, не шикарная. Это же еще моих родителей. Ее мама оставила. А потом, как Антошка-то вырос, он сразу сюда перебрался. Ну так не знаю, будет ли вам вдвоем тут удобно. Втроем, мам. Нет, нет, вы не совсем правильно все поняли. Дело в том, что у меня уже есть ребенок, мальчик Рома. Вот ему 4 года. Было, когда мой муж умер. А сейчас ему 12. А где он? А я его отправила в лагерь физковой. Ну, думаю, пусть уровень знаний подтянет. Ну да. И мама пока посвободнее. Нет. Антошка у меня никогда в жизни в лагере не был, потому что я никогда не могла с ним надолго расстаться. Но, как говорится, у всех свои порядки. Мам. Ну, к слову, просто пришлось здесь. Что вы по поводу свадьбы-то? Ну, я хотел устроить гулянку. Но невеста пожелала тихо, скромно. Тоже правильно. К чему взрослой женщине, уже рожавшей, из себя девицу-то в белом строить, правда? Только деньги выкидывать. Мам, это сейчас вот что было, а? Вот зачем это надо было? Зачем я тебе правду сказала? Сынок, ты должен понимать, что тебя охомутала взрослая тетка, которая повесила еще на тебя своего ребенка. Мам, я же тебе говорил, это мой выбор. У меня теперь новая семья. А ты берешь и оскорбляешь мою любимую женщину. А ничего, что твоя любимая женщина оскорбляет своим присутствием и квартиру моей матери? Смотри, сынок, как бы тебе выбор не пришлось сделать между той семьей, которая тебя вырастила и все тебе дала, и вот этой вот. Мам! Все! И не надо меня провожать, без тебя дорогу сниму. Зинаида Константиновна, а вы что тут делаете? Всерьез думаю, что я буду перед тобой отчитываться? Добилась своего? Что сын родной матери место указывает? Не по делу, не приходи. Да я бы ни за что не пришла, если бы у меня на кухне плиту не меняли. А так вот придется пару дней у вас побыть. Ну, жить будем как чужие. Вы сами по себе, а я сама по себе. Понятно? Я о свадьбе вашей больше слышать ничего не хочу. И не зовите, все равно не приду. Ну зачем вы так? Я-то вам что сделала? Сына захомутала?
Ребенка своего ему на шею повесила? С матерью его рассорила? Да не о такой невестке я мечтала. Я думала, что Антошке жена будет молодая, красивая, скромная, неиспорченная. Простите, пожалуйста, Зинаида Константиновна, что вот он меня такую полюбил. Такую с прицепом, старую, страшную, второсортную. Простите. Ёрничаешь, да? Ёрничаешь. Между прочим, это не твой дом. Это мой дом и Антошкин. А в курсе, в курсе. Ты же сама мать. У тебя уже у самой сын растет. Вот поймешь ты меня когда-нибудь. Только ведь поздно будет. Да. Ну что так долго? У меня клиенты сидят, я их отпустить не могу. Есть информация по моему делу? Так. Ага. Ясно. Так, пожалуйста, скиньте мне всю эту информацию на электронную почту, я ее оставил секретарю. Еще раз большое спасибо. В общем, я никогда не думала, что окажусь на грани нервного срыва из-за бытовых проблем. Надо же, насколько ваша свекровь любое ваше действие воспринимала в штыки. Да, но у нас фактически с ней холодная война началась, представляете? Ну, честно, не представляю. Ну, к примеру, вот я, ну, утром приготовлю обед Антону. Прихожу, а он в мусорке лежит. И Зинаида Константиновна стоит и готовит плиты. Ну, я многое не рассказывала, конечно, Антону, чтобы нервы ему не трепать. Сама плакала по ночам. Но когда она к моему сыну полезла... А чем ей ребенок-то не угодил? Он же вроде у вас в лагере находился. Ну, он в лагере находился, а вещи-то его были дома. Ну, и среди них его любимая, дорогущая игровая приставка, которую ему подарил Антон. Душа моя, а ты не знаешь, где Ромкина игровая приставка? А то я захотел в гоночке порубиться, я идти ее не могу. Скажи, пожалуйста, а есть такая вероятность, что ты повзрослеешь до такой степени, что откажешься от гоночек? Нет, исключено. Но в таком случае нам нужно покупать третий джойстик. С нами поиграть хочешь? У меня нет слов. Тихо, тихо. Тихо, я теперь ценный груз. Самый ценный. Антон! Антошка! Слушай, я тебе такой пиджак купила, сказка. Тебе уже давно пора было обновить свой гардероб. Тебе вообще надо купить статусный костюм, а не тратить большие деньги на всякие дурацкие, ненужные, дорогие игрушки. Так, стоп, мам, это ты, что ли, от приставки избавилась? Ну, я. Я решила тебя приодеть. Держи. Нет, меня простите, конечно, это вообще уже ненормально. То есть вместо того, чтобы посоветоваться с нами, вы просто взяли чужую приставку и продали ее. Только, пожалуйста, не надо делать из меня воровку. Я прекрасно знаю, что Антоша купил эту приставку на свои кровные деньги для твоего... Мама! О. Так, иди-ка сюда. Что же ты так меня схватил, да? Вот дожили. И так скоро ты из-за нее руку будешь на родную мать поднимать. Да ты сама меня провоцируешь. Хватит устраивать эти спектакли. Хватит разрушать мою семью. Ты хотела, чтобы я сделал выбор? Хорошо, я его сделал. Я выбираю свою любимую женщину и своего будущего ребенка. Да, мама? А ты оставайся здесь в своей квартире, мы съезжаем. Антон, ребенок. Куда вы поедете? Не надо. Ничего. Рынок жилья большой. Найдем себе съемную квартиру. Ну зачем вам искать съемную квартиру, если у вас есть свое жилье?
Свое жилье есть, вот только жизни в нем нет. Василис, значит так, сцен я терпеть больше не намерена, поэтому давайте сразу все точки над «и» расставим. Мое руководство в курсе наших отношений с Антоном, поэтому ходить кляузничать туда даже не стоит. Я не собираюсь. Да? Я еще не закончила. В ближайшее время мы официально оформляем наши отношения, и уже поводов для претензий больше не остается. Так что, Зинаида Константиновна, давайте сейчас не будем тратить время и нервы друг другу. Хорошо? Хорошо. Я не собиралась ссориться. А что вы тогда сюда пришли? Я пришла мириться. Прости меня, девочка, ревнивицу старую. Ну, не думала я, что у вас с Антоном будет все так серьезно. И очень боялась, что ты просто можешь разбить ему сердце, понимаешь? Ну, зачем же вы меня так демонизируете-то? Ну, я же не собираюсь терять сына, и тем более внуков. А Антон теперь знать меня не хочет. Он мне не звонит, к телефону не подходит, на смс-ки на мои не отвечает. Ну, его тоже понять можно. Я понимаю. Понимаю, и, конечно, можно. Но я же не могу так жить. Не хочу так жить. Василиса, я тебя очень прошу, пожалуйста, поговори с Антоном. Скажи ему, ну, чтобы он перестал на меня обижаться. Ну, зачем вам жить на этой съемной квартире? Ну, возвращайтесь. Ну, давайте мы все забудем и станем жить мирно. Давайте вы ему сами это все скажете. Ну, я же не могу ему это сказать, но он же не подходит к телефону. Так, ну, это сейчас мы исправим. Так, Антон... Алло? Антон, скажи, пожалуйста, ты можешь подойти сейчас в кабинет ко мне? Да. Да, прямо сейчас. Угу. Ну все, жду. Ну что, пойдемте мириться. Василис, ты... Антош. Я же тебе сказал, это мое личное дело. Не буду я сейчас с мамой разговаривать. Подожди, все-таки это твоя мама. Ну, послушай ее, я пойду. Подожди, если и надо мне выслушать, то только при тебе. Антош, я прекрасно знаю, что я перегнула палку. Но я не по злобе. Прости. Ребята, простите меня оба. Я просто очень боялась за тебя, сынок. Но раз ты счастлив, то и я. Проехали. В общем, совет вам да любовь. И главное, чтобы все у вас было в жизни хорошо. Василис, я тебе тоже наговорила там на кухне всякого. Это потому, что я очень Антошку вернуть хотела. Сын у тебя прекрасный. И ты сама замечательная. Зинаида Константиновна, давайте сделаем вид, что ничего этого не было, что у нас все хорошо. И что мы только познакомились. Вот я Василиса, невеста вашего сына. Жених, ты мать на свадьбу приглашаешь? Интересно. Я, между прочим, вам уже подарок приготовила. Ну, не знаю. С двумя детьми машина не помешает, нет? Ну, в общем, мы не ожидали просто такого. И я, честно говоря, думала, что если у них еще конфликт продлится с мамой, то это непосредственно скажется на наших отношениях с Антоном. А тут такой поворот событий, и примирение, и подарок. Прямо королевский, машина. Видно, что мама очень переживала. Ну да, но несмотря на такой королевский подарок, тем не менее, мы с Антоном все равно решили остаться на съемной квартире. Ой, простите, пожалуйста, я, наверное, у вас очень много времени отняла. Я просто не думала, что он так задержится. Ничего, сегодня утром записи нет, потому я вас не тороплю. А пока мы ждем, у нас есть время для счастливого финала вашей истории. Но это еще не финал, это, можно сказать, только антракт. Так. Вот. Ну и машину эту, которую нам Зинаида Константиновна в подарок присмотрела, продавал сын ее подруги, некий Евгений. И я, когда эту информацию услышала, честно говоря, напряглась. Потому что покупка с рук, ну, дело ненадежное. Мудро.
Вот. Я читала где-то статью о том, как парень купил автомобиль, а тот оказался в залоге. Ну и остался он без денег и без автомобиля. Да, раньше эта проблема была распространена, вы правы. Ну вот я и решила перестраховаться. Но ваша на то время будущая вторая мама не оценила? Совсем не оценила. Так, ВИН вбила. Все чисто, в реестре не значится. Ну, а я что говорила? Я бы для очистки совести все-таки документ удостоверила нотариально. Тогда точно бояться будет нечего. Поспешу, что ты все что-то боишься. Ты мне что не доверяешь? Или что? Я Женю знаю с детства. Этот мальчик меня никогда не обманет. Мы только время тут сидим тратим, и еще деньги на эти ненужные бумажки. Лиз, ну действительно, может, ты зря тревожишься? Да. Все, делайте, как знаете. Все? Так, все. Давайте уже идемте. Женя уже подъехал. Надо машину посмотреть и отдать ему залог, потому что Женя просил сделать вот так вот. Угу. Идите без меня. Что там толкаться всем вместе? Ма, мы сейчас подойдем. Ну ты чего? Ну все ж хорошо. Угу. А? Хорошо, да? Угу. А где Женя? Женя очень спешил. Вот он отдал ключи и сказал, смотрите все, что хотите. Надо ж, какой заботливый Женечка. Или ушлый. Так, я снаружи машину все осмотрела. Не битая, все хорошо. А, залог Женя отдала. Остальную вечером подвезу. Ну, если нам, конечно, машина понравится. По мне так и думать нечего. Прекрасная машина и отличная цена. Ма, знаешь, что-то я сам уже стал сомневаться. Странно как-то. Дружба дружбы, но быть таким доверчивым, оставить машину. Это же не самокат все-таки, да? Господи, совсем людям доверять разучились, да? А вот в мою молодость именно так все было. И Женю я с детства знаю. А тебе, сынок, уже давно пора своими мозгами научиться жить-то, а не жены будущей. Так. Да, Василис! Ну, господи, да не то я хотел сказать. Ты-то тут... Ну ты чё? Ну чё ты так реагируешь-то? Ты сама же меня с ней помирила. Да, помирила. Помирила. Я думала, что все изменится. Мне её стало жалко. Но я так больше не хочу. Я не намерена терпеть оскорбления твоей матери и делать какие-то глупости, чтобы только ее успокоить. Ты... Она просто пытается сэкономить наши деньги. Это забота называется. А, забота, да? Забота. Ну хорошо, тогда пускай твоя мама дальше о тебе заботится. А я так больше жить не хочу. Ну ладно, успокойся. Ты права. Нужно уже жить сами по себе. И черт с этой экономией, знаешь. Документ мы обязательно завтра у нотариуса заверим. Лишним не будет. И ты помнишь, что у нас завтра ЗАГС? Ну? Не жалеешь, что от пышной свадьбы отказалась? Самое главное, что мы вместе. На пышные свадьбы я терпеть не могу. Хорошо, значит, завтра в ЗАГС. Потом мы к нотариусу успеем. Угу. Пойдем машину-то посмотрим хоть. Пойдем. Ма! Ой. Ну? Ну? Поздравляю. Поздравляю. Вот дожила, а? Увидела Антошку мужем. Да ты чего, мам? Ты же у меня теперь бабушка, а скоро станешь дважды почетной бабушкой. Не говори. Ну что теперь, поедете куда, как вы? Да вот решили Ромку забрать из лагеря, заодно там на озере и устроим себе медовые выходные. А так скоро на работу. Ну да, когда отправляетесь? Так завтра уже билеты куплены. Как билет куплен? А я думала, вы на машине поедете. А, это Рапыги. Вот. Владейте, теперь она ваша. Ну,
Еще раз поздравляю. Так живите дружно. И чтобы дом был, ну, прямо полная чаша. Спасибо вам, знает Константин. Спасибо, Люси. Спасибо, мам. Ой, нам же надо в одно место заскочить. Ну, а потом и в кафе. А это куда? В нотариальную контору. У вас тут уже идиллия? Да, понимаете, я пообщался с сестрой, она мудрее меня убедила, что эмоции иногда играют с нами злые шутки. Это точно. А я понял, что нет смысла ссориться с последней любовью моего брата. Мы любили и уважали Афанасия, поэтому к выбору его должны относиться с уважением. Мы же одна семья. Конечно, все замечательно, только я бы рекомендовал вам не торопиться с воссоединением семьи. Это вы к чему клоните? В результате проведенного мной расследования и анализа данных, поступивших из Казахстана в ответ на запросы, выяснилось, что брак между гражданкой Титовой и вашим братом не регистрировался. Документы, предоставленные Ольгой Титовой, сфальсифицированы. Чего? А я же знал, а? Да врет он все! Более того, в связи с этим я сделал запрос в полицию, который дал еще более интересный результат. Так, я не намерен выслушать этот ваш бред. А мне интересно, что дал этот запрос? Выяснилось, что паспорт Ольги Титовой недействителен. Вы мошенница. А, да вы в сговоре, да? Я на вас жалобу напишу. Нет, заявление в прокуратуру и в полицию. В полицию вам идти точно не придется. Поскольку у вас на счету уже 6 брачных афер, я сам позвонил в полицию, и они уже едут. Ну, а дальше происходило все на ваших глазах. Вы же помните, мы тогда к вам пришли, чтобы выписку из реестра заверить. Удостоверить, так правильнее. Ну, да, удостоверить. Ну, вы помните. Вы помню. И как свекровь вытаскивала вас из кабинета, так что пострадал мой любимый фикус, тоже помню. Ну, представляете, как она разозлилась. По ее-то мнению, я из ее сына только деньги тянула всякими ненужными бумажками, платами. Ну, вот. А он у меня на поводу шел, неблагодарный. И все это еще и после свадьбы сразу, и после ее этого подарка дорогостоящего. Ну, если я правильно помню, после того, как вас отсюда извлекли, вы вернулись, чтобы забрать паспорт, который вы забыли? Или вы специально его оставили? Ну, честно говоря, специально. И правильно сделала, иначе я даже не представляю, что сейчас бы с моей семьей было бы. Ну, если вы помните, я все-таки удостоверила выписку из реестра. А через неделю ко мне прибежала свекровь. Ой, беда. Ой, беда. Ой, какое горе. Зинаида Константиновна, что происходит? Ну что случилось? Что стряслось? С Антоном что-то? Ой, да. Ну что вы молчите? Ну скажите хоть что-нибудь. Ну, может быть, болит что-то. Вызвать врача нужно. Надя, корвалол, ну, станет легче. Сделайте 2 больших глотка, успокойтесь. Ой, дура старая. Ой, что теперь делать, Василиса? Ну как что делать? Рассказать все мне и будем решать проблему. Да что же решать-то, когда я сама во всем виноват? Ой, ни денег теперь нет, ни машины. Давайте сейчас все медленно и по порядку. Да письмо. Письмо из банка пришло. В залоге наша машина, да? Ой. Так. Угу. А продавец? А Женьке след простыл. И мать не знает, куда он подался. Теперь с него и взятки гладки. Машина наша, ой. Ну да, все правильно. Машина действительно наша. Пригодился удостоверенный документ? Еще как пригодился. Если бы мы просто в реестре посмотрели, то потом бы ничего бы не доказали уже. Совершенно верно. Удостоверенная выписка из реестра уведомления о залогах доказывает, что на тот момент, когда нотариус ее удостоверял, транспортное средство в реестре не числилось. И даже если банк позже добавляет информацию о залоге,
А так как ранее ее не было, вы ответственности за залог авто не несете. Ну да, все верно, оно так и получилось. Банк опоздал с внесением информации. Я проверяла по реестру, а информация появилась на день позже того, когда мы к вам пришли. Ну и, соответственно, банку пришлось разбираться с предыдущим должником. А как отреагировала на это свекровь? Он, ну что вы, гиперположительно. Я же тогда спасла деньги семьи тем, что вернулась и все-таки оформила бумагу. И оказалось, что она несет повышенную доказательственную силу. А я не знала. Так что спасибо вам большое. Не за что. Нотариально удостоверенные документы действительно обладают повышенной доказательственной силой. Ну, мне вот интересно. И что, вы теперь Зинаиде Константиновне доверите своего ребенка? Не ребенка. Почему? Детей. У меня теперь их двое. Рома и Алена. Алена – вот дочка от Антона. Ой, вы знаете, я теперь нарадоваться не могу. Зинаида Константиновна теперь нам так помогает. Мы пока с Антоном работаем. Она вот решила малышню на море отвезти. Я очень-очень рада за вас. За всех. Ой. Алло? Да, Антон. Да, мы тебя ждем уже здесь. Поднимайся сразу. Да-да, прямо сейчас. Угу. Держи. Это зачем? Хватай конфеты, хижняк. И беги срочно за цветами. Да, из кабинета возьми пакет. Я для твоей мамы заказала полотняный набор, который ей нравился. Как раз к полотняной свадьбе. А вы не заглянете? У меня вечером планы. Я на выходные забегу. А вебинар? Я сама дослушаю. Завтра обсудим. Елена Викторовна, спасибо, спасибище. Ты еще здесь? Все, убежал. До завтра.